И всем привет, с вами Супер. Сегодня будем играть в игру под названием Hearthstone Heroes of the World Craft. И, как ни странно, я сделал 12-ю. Сейчас сделаю 12 побед. Это код очень замечательно тем, что тут есть и Шараш, и Тирион. И из-за этих карт я просто выиграю. И чешурчатый кошмар. Такая замечательная карта, которая удваивает себе урон. Это просто супер. У меня был один бой, как ни странно, я сделал просто на 7-й ход такую имбу. Ставлю, значит, чешуйчатый кошмар. И его меняю здоровье и атаку. И просто вы будете в шоке. Я сделал 16 урона и убил разбойницу. Как вы знаете, у разбойницы не так много хила. Тем более варенье. Варенье вообще хила почти нету. Ну, у нее было только один хил. За 5 маны, которая типа нагоцелительница, только 5-4. Который 4 здоровья восстанавливает. Ну, вы сами, наверное, знаете, если Hearthstone играете. Тут я выиграю еще за то, что есть равенство, есть небольшие первые ходы. Они у меня часто выпадали, не знаю, по-моему, мне очень сильно везет. И когда он ставит десятку, к примеру, какую-то, за 10 маны, 6-10, к примеру, мамонт, я просто равенство делаю и размениваюсь теми же паладинами. Вот. И еще есть 2 хороших таунта. Это защитник холмов, который еще раскапывает провокацию. Это просто замечательные карты. Я еще и выигрывал даже токсичным слизняком. Хотя я думаю, мне какой-то, может, слизняк 3-3 выпадет, который мне будет броню давать. Хотя токсичный слизняк показал себя очень на ура. Разбойница, когда делала за 3 маны типа яд на оружие, один раз убила мое существо, и я просто токсичным слизняком уничтожил ее оружие. И это просто было супер замечательно. Ворген Стиляга тоже очень хорошая карта, как показала себя, это за 4 маны 6-3, это просто супер имба. Вот. Потом грязный барахольчик мне выпадал обычно из Шараджа, и из Шараджа мне всего лишь один раз выпал Тирион, потому что Тирион обычно мне в руку попадается. И ладно, будем делать 12-ю победу, у меня 11-я победа и одно поражение. В принципе, одно поражение на видео можно сделать, но ничего страшного же, можно затащить по-любому. Так, надеюсь, вам слышно звук игры. Вот. Потому что я громкость у себя поставил всего лишь на 10, чтобы слышно было мой голос, да? И все. Ладно, надеюсь, мне выпадает, значит, на первый дроп. Это заблудившиеся джунгли. Светская львица, в принципе, нормально. Двоечка, которая 2 хила на 2 хп восстанавливает здоровье. Молот рода! Так. Я буду сражаться с честью. Ну, беру вот эти 2 карты. Конечно, да, хороши, но может что-то получше прийти. Выпал нам гидролог и алый монозмей. Тоже неплохие карты. Не спорю. Алый монозмей, к примеру, с тем же освещением, консекретом. Или тем же еще какой-то картой будет супер имба. Как видите, против нас шаман. На 11-й победе обычно слабаки не ведутся. И обычно супер игроки, которые умеют играть. И у них карты очень сильные. Просто так, вот, и шараш, это хорошо. Надеюсь, мне Тирион в руку не попадет. Вот, ядро вообще. Карту можно взять, наверное, попьет на хода тут 100 пудов. Хотя можно было взять наложись. Вот, 2-1. Для атаки. Но я не захотел. Это 100 пудов, чувак, который есть вулканы. Ну, без разницы, на самом деле, знаете, если у противника есть вулканы, вообще без задачи. Потому что, как ни странно, шаман, против меня шаман выпадал, типа такой. Сейчас посмотрим, ник не тот же, нет. Шаман, который очень мощно играл, у него было 3 вулкана, он все существа убил, но в конце на 10-й ходу я просто поставил и шараджа, и затащил. Просто, даже любая, даже вот это существо засубник авангарда, малыш, ранозавр мне часто выпадали. Защитник холмов, хотя у них хорошие боевые ключи, я и так и сяк затащил. Боевый клич. Вот. Так, вспомнил вот тотемчик. Ну, ничего страшного. Сейчас поставим что-нибудь. Наверное, я разменяюсь просто-напросто. Что приказать? Просто я не вижу смысла. Надо все боевые кличи играть себе в выгоду, а не в выгоду противника, когда он может сделать. У нее, я как вижу, уже много карт. Сколько у нее тут карт? 4. Так, 9 карты. Ну, в принципе, не знаю. Посмотрим. Ну, на 5-й ход очень хорошая карта. Из-за контрабандистки мы получаем 3-7. Очень неплохо за 5 маны. А так-то 2-6. Вот.
И слуга коленосов как бы тоже разыгрывается, потому что у меня есть два элементаля. Очень неплохих. Блин, ну хорошо отыгрывается. Она подходит на проверяет секрет. Молодец. Неплохо, Сик. Я думаю, какой-то может быть дурак. Ну, вряд ли дурак на 11-й победе. Так какой дурак может попасть? Хотя может дурак попадать. Кто подал, он ударит два раза об эту контрабандистку. Жалко, но чуть делать постоянно заступника, баладин и подкрепление. Либо посмотрим, что да как. Может быть, существо будет ранено, и мы можем его отхилить. Поставить заступника и обилку. Однерку пока не буду ставить, потому что в руке эта карта тоже, в принципе, нормально оценивается. Mm. За одну ману это, в принципе, неплохо. Что же делать? Всегда успеем его сделать. А подкрепление у нас, это отбилка, очень выгодная. Не знаю, я надеюсь, мне выпадет серебряный клинок, потому что серебряный клинок это очень хорошее существо, очень хорошая карта, которая может убить вообще абсолютно любое существо. Ладно, убивает моего алого развея, жалко, но он зато столько себе урона принес. У меня ничего пока что нет, кроме кислотного, токсичного слизняка. Так, думаем, что тут делать. Так. Ну, я не знаю, надо что-то ставить. Вряд ли поставлю на целительницу. Пока у меня есть элементаль, но слишком сложно будет его разыграть. Хотя, знаете, нет. Можно его всегда разыграть. Да и хил тоже жалко. Блин, все тут жалко как-то. Так, ну, наверное, придется делать паладинчиков, да, и на седьмой ход сразу будет, потому что, как вижу, он я на страже делает. Уже атаковало в этом. Ладно. Не буду ставить эти существа, потому что да, мощные, да, выгодно, но мне самому жалко тем, что я потеряю боевой клич, а так два паладина рекрута будут очень хороши на столе. Оруженосец, и всегда со мной! Я готов, сэр. Да, может два раза вот так убить, либо одного так, или двоечку. Ну, я не знаю, у него уже мало здоровья. О чем он думает, вообще непонятно. Вот как раз что-то добившиеся чувачки. Я не знаю, как это играть, ребят. Может быть, у него много хилов, я вряд ли уверен, 8 карт. 100 пудов слуга Калимуса, будем смотреть элементаль. Может быть, и выпадет супер легендарка за 8 или за 9 маны, которая там супер боевой клич. У него 3 карты выбирайте там. Или 4 карты. Там можно консекрет сделать, 6 урона, можно призвать существо и всякое такое. Вообще супер. Элементаль может выпасть. Посмотрим. Не готов. Хорошо отыгрывается наш Дер Рипер. Да. Деарат. Дред. Дред, да, правится, да, считается как Дред Рипер. Гроза, смотрим, как урон нанесет. Блин, троечка. В принципе, без разницы, он так. Я не знаю, как он отыгрывает, вообще пишу тебе, говорю, как-то он странно. Карту, например, что братья! Услышьте мой зов! Ну, гневичок неплохая, очень плохая карта. Узрук, который будет у нас 5-10. Если его на следующий ход поставлю. Нет, страж бури, мне кажется, будет получше. Дальше как отыгрываться на защитника, либо ставить. Придется по-любому. Потому что у меня и так хил есть, еще в колоде есть хил. Что приказание? Надо именно его давить существами, потому что я не вижу смысла пока что копать, я всегда успею. Ну, 5 здоровья, не знаю, как он будет выиграть, без шуток. У меня есть в колоде урона, по-моему, нету, кроме серебряного клинка, как я и говорил. И консекрет, все. То есть его убивает консекрет, если топ-дека сейчас выпадает консекрет, и меч, и все, он умирает. И вряд ли у него таунт будет, у него вряд ли с 25% шансом тотем с таунта выпадет. Просто я не уверен. Изменится очень хорошо. Хотя не так хорошо.
Не, хорошо, все правильно, разменится. Я думал, что-то сейчас сглупил. Без разницы, какой тотем выпадет, может даже хил, я спокойно разменяюсь. И пойду дальше в лицо, наверное. Либо буду размениваться, сейчас посмотрим. Расширить ману, чего может призвать? Расширить ману может призвать больше танка. Нет, у него больше танка, хил, как я говорил. Бац, все в лицо. Да, я тут не вижу выхода, как он проиграл. И Ширадж, Кирион, и все, проиграл. Тотемы! Мои чудные тотемы! Неплохо. К бою! Можно пятерку поставить. Нет, давайте семерку. Ставим. Что приказать? Думаем, лицо, наверное, скорее всего. Просто я думаю о том, что мне может выпадеть серебряный клинок, я его выигрываю. 12-я победа сейчас будет. И я надеюсь, мне выпадет минимум 500 золота, потому что голда мне очень сильно нужна, и я хочу... Последнее купить. Последнее приключение. У меня там последнее приключение. Один сезон остался. То есть все я там покупал по 700 голды. И остался что в Каражане только самое последнее, самый верху. Вот. И как раз будет второе видео про Каражан. Хотя я что-то слоупок. Все уже давно прошли Каражан, кроме меня, наверное. И пару людей. Ну да, я не вижу, что он как выиграть. 7 карт, 7 карт у шамана может хилиться на 6 хп. За 5 или за 4 мана с одной перезагрузкой. Сейчас посмотрим, что он сделает. Если он хил бы сделал, он же давно сделал бы, чем злая карта. Разменится и чё. Так и так он проиграл. Кстати, он на 5 урон нанесла. Да ну, то есть когда он что-то успел сделать. Да, правильно. Первая работа, кто первую карту поставил. Так. Да, отхилился неплохо. Не спорю, но он по-любому проиграл. Да. Или нет. Давайте поставим десяточку. О чем он думает? Миротворец, блин, плохо. Очень плохо. Если там вот поставят, я заряженного диалозавра поставлю. Если консекрет придет равенство, и консекрет, и все в лицо. Все, проиграл. Десятку как он может забрать? С глазом? Это 11-я все-таки победа. Я, как говорил, тут не проигрывают слабаки. Тут все мощные и с супер броней. Хотя, если сейчас я выиграю с этой попытки, я буду просто в шоке. То есть, один раз проиграл, 12 побед. Есть такие игры, которые... 2 или 3 игры у меня было просто 12 побед и 0 поражений. Хотя, их было очень мало. Обычно 12 побед и 2 поражения. Или 12 побед и 1 поражение. Ну, что, посмотрим. Давай. Делай шаман. Шаман, покажи свою силу. А если нет, все не проиграет. Адаптация, наверное, да? Да, типа, нас все по пятерке стоят, и это очень выгодно. Наверное, он из-за этого и выигрывал. Немало. Адаптирует ваши существа. Предупреждаю, я нестабилен. Да, эволюция. Ну, все неплохо. Неплохо, сука. Раунда здесь. Какая встреча. Смотрите. Тут нету... Стихии уничтожат тебя. Надеюсь, вы за меня похлопали, потому что 12-я победа. Ура, замечательно. Или вы видео посмотрите. Хорошо. Видео, наверное, посмотрим. Потому что видео снимаю. 12-я победа, ребят. Просто крутая победа. И... Ладно, 700 золота я уже вижу, все. Значит, 500 золота я точно заработал. 500 это должен быть. Потому что баг такой, непонятно, золото сразу показывается. Пока мы открываем. Бах! Золото. Вау! Сколько мы, значит, заработали? 220 плюс 155 это 375. 310.
То есть 10 же, да? 400, почти 400 золота. Может, даже более, чуть тупанул, наверное. И пак. То есть 500 золота точно. 12-я победа, 500 золота. Да, долго, да, нудно, но это стоило того. Вот. Открываем комплект. Мне очень интересно, с чего выпадет. Ну, мне кажется, выпадет легендарчик. Да. Легендарчик. Мне хотя два раза легендарчик выпадали. Легендарчик. 12 побед. Нет. Выпал страж бури, 2 упрямого брюхонога. Призыватель миражей неплохо. И адаптация, которая у меня была. Кроме вот этих трех карт. Давайте это спылим. Надо еще, кстати, распылять или не распылять весь Каражан. Унгора, тут Унгора, Прибамбас, Каражан. Вот все вот эти базовые карты, не базовые, конечно, древние боги, то есть там, лига, там, большой турнир, Черная гора. Потому что они не используются, это вольные наборы, я не знаю. Но я пока их использую просто, чтобы проходить те же приключения. Распыляем, и сейчас посмотрим вот эти карты. Карты. Так, новые пишут, чтобы по-быстрому найти. Ну вот, призыватель и стражбуря. Все, ну те два упрямых брюхонога распылиты. И да, надо еще две вот эти заданки выполнить, и вообще будет супер уйма голды. Давайте сразу куплю каражан последний. Я вот это все проходил, я вам уже не раз показывал. Если вы хотите посмотреть. Вот, покупаем шпиль. И даже не донатил. 400 рублей или сколько там. Хотя у нас золото 5-0. Можно открыть, открываем. Идешь, классно, прикольно. Так, наконец-то. Смотрим. Наконец-то вершина башни. Нужно отыскать правильный портал. Нужно отыскать Медива. Правильный это, наверное, портал и вернуть Медива. Вот. Либо не буду снимать, я не знаю, уж все уже гостям подснимали. Кто мы гостям не место, какой хозяина. Прочь! О, неплохо, мага можно затащить. Тут такие крутые карты, крутые карты. Хотя они у меня уже есть, выпадали уже. Да. Или я их покупал, да, я их покупал, что-то я тут тупанул. Да, некоторые карты я покупал. Ладно. Дальше давайте по-быстрому вам покажу, что я все прошел. И героический тоже прошел, как горожане только пройти. Все проходил. Вот героический, можете посмотреть тоже. Вот. Посох созидания. Посох благодаря созидания. Твоей отваге теперь он украсит зал проходил. Исследователей. Можете поверить на слово, давайте я вам по-быстрому покажу, что вот я крутой, я все прошел. Хотя это все распылять тоже как-то жалко. Сколько труда было уйма потрачено, и проходить еще героик это было очень сложно. Обычные. Ну, сам кто только не проходил. Все, наверное, проходили, как сам выходил. Это было для нас в новинку, потому что тренировку проходить это скучно. Хотя ее надо вначале проходить. Эксперт наверное, не проходил. Из тренировки. Ну, наверное, некоторые, но все же. Герой, я не вспомню, только одного прошел босса или никого? Нет, никого не проходил. Ладно. Можно испытание походу, конечно, сделать, да? Мы пройдем обычно. Ладно, короче, с вами был я, Супер, если вы нравились это видео, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока. Надеюсь, вам понравилось это видео, да, очень сильно. Надеюсь, что вам понравилось, и вы подпишитесь на мой канал и поставите лайк, да, все. Всем удачи, всем пока-пока.